Всем привет, ребят. Приехал в Другану по эндуро. Сегодня будем менять цепь со звездами. Поизносились. Передние вообще ужасные. А, да, забыл сказать. Это Suzuki DR250. 2000 год. Воздушное охлаждение с масляным радиатором. Может, обзор на него снимем попозже. Звезда снимается здесь передняя таким стопором. Но лучше иметь специнструмент, который разжимает это кольцо. И она просто вынимается. Потом, чтобы заменить заднюю звезду, надо, естественно, снять колесо, скинуть цепь. Открутить звезду шестигранниками, 6 штук. Все, прикрутить новую, обрезать цепь по размеру. Сняли стопор со звезды. Сейчас выдернем ее. Колесо тоже сняли. Звезду открутили. Но она немножко присохла, сейчас отстучим. Новенький. Теперь здесь стоят 14 стандартные. Сзади сколько? 49. На 2 зуба побольше, чем стандартный, по-моему. И цепь будет ЕК сальниковая, 520 шаг. Еще скажу по поводу, какой стороной ставить переднюю звездочку. Здесь вот есть выемка, как я понял, этой выемкой надо ставить наружу. Потому что, если поставить другой стороной, то цепь будет на излом крутиться. Так, все старые сняли, накинул переднюю звезду, прикрутил заднюю. Сейчас будем ставить колесо и примерять цепь, длину, на сколько ее надо обрезать. Перед сборкой заодно сразу помажем распорные втулки солидолом слегка, чтобы наружу не вылазил, а то песок прилипнет. Помажем ось, чтобы потом ее легко было выбивать. И она не закисла там. Да и забыл, заодно надо посмотреть, раз уж разобрали направляющие суппорта, чтобы не подклинивали, нормально работали, колодки не стирали. Одна-то хорошая, все помазано, правда, жирно. А вот вторая вообще сухая, походу водой, мойкой вымыла, все ржавое. Сейчас помажем, будем собирать дальше. Кстати, колодки самодельные. Потом расскажу про них. Направляющие с портов мажутся специальной смазкой. Не реклама, ну просто уж то, что есть. Такая маленькая упаковка, белая смазка, специальная, высокотемпературная. Для направляющих суппортов. В любом автомагазине продается. Ну да, в любом автомагазине продается. Рублей 60 маленький пакетик стоит. Установили колесо заднее. Тут затянули. Направляйки помазали на суппорте. И сейчас будем отрезать, накидывать новую цепь. И отрезать ее по размеру. Да, главное. Выставили здесь на самое начало натяжку. Так, цепь примерили, отрезали на наждаке лишнее. Сколько? Вот столько вот отрезали. Цепь была 114 зубьев. Звеньев. На наждаке срезали, точнее, вот эту бабышку, выбили потом. Кирном выбили шпенек и получилось вот так вот. Сейчас поставим замок, поднатянем цепь и все отлично. Установили замок. Хорошо. Нюанс с защелкой замка. Его надо ставить вот именно так, чтобы прорезь была назад, смотрела назад. Иначе может где-то зацепиться,
если будет неправильно стоять. И замок слетит, ну и, соответственно, цепь расщелкнется. Так, скажу про натяжку. Ставили на первое деление, но чуть-чуть подтянули. На эндуро цепь должна быть натянута, ну, где-то вот три пальца в середине маятника. Без надушки. Да, в вывешенном состоянии. Ну, так как она новая, может первую покатушку, вторую подрастянуться, потом не должна тянуться больше. Ну что, ребят, пока на сегодня все с этим мотоциклом. Хозяин тут его помоет, почистит. Багажник снимет, от песка струит, покрасит с порошком. А то краска прям родная облупляется. И потом как-нибудь будем заводить, когда поставит аккумулятор, зарядит его, фильтр помоет. Все, солью конденсат с карбюратора. С цепью, звездами, все, теперь буду ездить. Заднюю покрышку в том году он менял, проехал немного. Еще заменит масло. Поставит новые пыльники, и мопед готов к сезону.